Здорово, народ! Канал «Покашеварим» сегодня рецепт. Очень, очень важный сегодня день, точнее завтра важный день. У меня у дочери день рождения, и мы на день рождения обычно в школу носим не то, что обычно все носят, ну там конфетки, шоколадки, что-то такое, да, там соки. А мы стараемся делать дома что-то. Но это прикольно. В том году печенье были, очень отлично зашли. В этом году мы решили сделать... значит, колбасу детскую. Детскую колбасу из детства. Еще мой папа, моя мама делали для меня. Вот я для своих детей. И, в общем, мы сегодня делаем очень много детской колбасы. Это двойная порция. Обычно, если я дома делаю, в два раза меньше ровно все. Вот. В общем, сладкая детская колбаса на канале «Покашеварим». Подробно ингредиенты будут в описании. Ну, так, чтобы вы понимали, у меня здесь килограмм юбилейного печенья, 400 граммов масла, 2 стакана сахара, молока стакан и сахарное, вот, фу, блин, какао-порошок. Процентов 60 печенья мы перемалываем абсолютно в муку, то есть в единую такую песочную массу, а остальную часть нужно будет изломать руками, чтобы осталась консистенция, ну, то есть, короче, печенье у нас будет в качестве вот этих вот точек жира внутри колбасы, но это печенье, вот поэтому примерно вот такой фракции. Для этого используем блендер. Да, в несколько заходов нам придется это сделать, ну а что? Мы хотим вкусно покормить детей. Остальную часть печенья, как я и сказал, ломаем руками. Примерно вот на такие фракции. Подождите, нам пока перестаем ломать, нам нужно поставить нагреваться масло вместе с молоком и какао-порошком. Вот так вот. Все масло в кастрюлю, молоко тоже сюда. Вы удивитесь, но сахара мы тоже сразу добавляем. Какао-порошок чуть попозже. И продолжаем ломать печеньки. Очень, кстати, веселое занятие. У меня сейчас дочка пока в школе, так бы я бы ее привлек бы. В конце еще я инспектирую на предмет огромных кусков. Они все-таки попадаются. Можно еще вот так вместе все это поднадавить. Так, здесь у нас процесс идет. Нам нужно это все размешивать, чтобы растворился полностью сахар. Как и любое сладкое блюдо, не лишним будет немножко буквально посолить. И я добавлю немного кислинки в виде лимонного сока. Удобнее всего воспользоваться миксером, если он у вас есть. Добавляем какао-порошок. У нас сейчас жидкость нагрета градусов до 80 примерно. Температура не играет особой роли, просто в горячей гораздо лучше все растворяется. На краях у нас осталось много какао. Соберем. Все, отличный цвет. Продолжая нагревать, засыпаем наш песок, сделанный из песочного теста. И сейчас начнет все это у нас вместе загущаться. Плиту можно выключить, нам больше нагрева не надо. Вот такая вот клевая масса. Теперь мы из колбасы докторской делаем колбасу любительскую, добавляя вкрапление вкусного песочного жира. Тут я уже миксером не буду пользоваться. Тут все замешиваю вручную. Нам важно хорошо перемешать, чтобы равномерно распределился кусковое печенье. Так, заматывать мы будем в пищевую пленку. Выкладываем порцию. Примерно разравниваем. И закатываем, как ролл Филадельфия, блин. Все. И так делаем каждую колбасу. Я складываю просто в какую-то форму, в которой отнесу все это остужаться. Я закатываю поплотнее, чтобы оно подужалось. И потом вот так вот разравниваю до нужного размера. Так. Еще одна колбаска. Она пока горячая, она не очень хорошо держит форму, но когда застынет, там масло, да, оно должно остыть до температуры хотя бы холодильника, то все будет четенько, она будет плотная и вкусная. Все, теперь наша задача убрать все это остыть.
на балкон, сейчас пока зима, можно на балкон, в холодильник и тому подобное. Так, немножко мы подостудили одну из колбасок, я еще дополнительно упаковал все это в фольгу, чтобы больше была плотность. Они немножко подостыли, я потом в фольгу и в холодильничек. Так, давай попробуем. Она еще не совсем застыла, как должна быть, сейчас где-то комнатной температуры. Вот, должна быть все-таки такой холодиль из холодильника. Вот она, колбасятина. Сладкая колбаса из детства. Ну как вам консистенция? Четко все. Давайте попробуем. Да я знаю, какая она на вкус уже, блин. Съедена не одна такая колбаса за мою жизнь, так что это вкусно. Так что повторяйте, можете своим детям делать. Если вы дети, то покажите своим родителям, пусть они вам сделают. И посмотрите, что ели такие взрослые дядьки вроде меня в своем детстве. Всем пока, до скорых встреч.